Здравствуйте, дорогие аквариумисты! Каждый раз, когда подходит время судейства нового конкурса Такасиамана, у меня люди спрашивают, а почему бы вы самому, там сказать, не выступить на этом конкурсе и попробовать посоревноваться? Я просто могу ответить вам, дорогие мои, время мое ушло. Первый раз, когда я выставлял аквариум, это было в 1971 году, через год после окончания института. И диплом второй степени, который я получил именно за оформление аквариумов, подписал мне лично Виталий Дмитриевич Гусаров, это ответственный секретарь Московского городского клуба аквариумистов. О террариуме тогда речи даже не шла. Это было вот на теперешний период 46 лет назад. Примерно с 1975 по 96 год я принимал активную часть во всех выставках Московского клуба и получил много-много всяких медалей. Чтобы всем было ясно, я обнаружил папку, которую возил с собой, чтобы предъявлять такой фирме, как KPMG на Кипре. Это международная компания, которая меня оформляла мой приезд на Кипр и работу там. Вот я взял такую папку, которую делал клуб Нептун. В нее все хорошо укладывалось, она жесткая и ничего не мялась. Но прежде всего, что это? Это моя автореферат, моя диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности геофизика 010412. Это авторские свидетельства, которые я с собой брал. Вот их тут достаточное количество. Я их показывал не раз уже на сайте. Это описание к авторским свидетельствам тоже. Мало ли там кого могло заинтересовать. Потому что вопросы технические, они очень необычные и интересные. Вот это дипломы, которые я с собой возил, для того, чтобы приглашающая сторона меня, киприоты, убедились, что в том, кого они и как приглашают. Вот этот вот мой первый диплом второй степени. Подписан 10 ноября 1971 года. Ну и вот много других, в которых написаны за что, почему, какие первые разведения. Вот я их буду один за другим переворачивать. Все это раньше как-то учитывалось и было интересно даже жить. Сейчас ничего этого нету, к сожалению. Дипломы вот были такого образца. Вот диплом уже цихлидный, специфический. Вот диплом первой степени, на котором, по-моему, 6 видов за первое разведение. Этот диплом последнего моего разведения лантролобуса калиуса, который я развел. Сейчас в каком году посмотрю. В 87-м году. То есть, это сколько лет назад получается? 30 лет назад. Участие в выставках Сахалин 78, вот такого были виды дипломы. Значит, дипломы аквариум 86 года, вот они. Видите, это все дипломы первой степени. И вот в 83 году мне подписали диплом 3 степени. Не знаю почему, но это не имеет для меня никакого значения, потому что дипломов более чем достаточно. Я их не все еще показал, потому что куда-то они все в связи с неоднократными переездами делись. Вот дипломное награждение меня памятной медалью клуба «Нептун». Куда медаль дел, я до сих пор найти не могу, не знаю. Видите, как пролетарии всех стран соединяются. Мы придем к победе коммунистического труда с портретом Ленина на обложке. Принимал участие в всевозможных фотоконкурсах. Мне было интересно посмотреть, насколько я могу конкурировать. Оказалось, что могу. Вот один большой диплом. Это диплом лауреата. О, как называется он красиво. Называется диплом лауреата второго всесоюзного фестиваля народного творчества, посвященного 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Это 87-й год. Также я взял несколько
публикаций Британской ассоциации цифры, который состоял в то время, это 84-й год. Это я не просто состоял, я иллюстрировал, забрал их. Вот это здесь у меня новости. А это какой год? 82-й. Ну вот, собственно говоря, еще один диплом. А внутри еще чего-то, я сейчас знаю, даже не знаю, посмотреть, уже забыл. А это диплом второй цехлидной выставки 78-го года. Там было 87-го, а это 78-го. Вот цехлиды 87. Спустя 11 лет клуб «Нептун» сподобился провести вторую выставку. А у нас они проходили ежегодно. Ну вот, собственно, все документы. Что хотел я еще показать, что вот у меня есть фотографии. А, вот еще здесь фотографии наших членов Московского городского клуба. Они не маленькие. Вот такая фотография Леонида Николаевича и Виталия Николаевича Кусковых. Конечно, смотреть ее в интернете все равно будет маленькая, большую такую не посмотришь. И этот вот диплом лауреата, который помимо меня был персональный, был выдан Московскому городскому клубу аквариумистов и террариумистов имени Золотницкого. Хотя имя Золотницкого никто нам нигде не утверждал, и заниматься этим было просто некому. Мы поняли, что это все бесполезное дело. Ну, собственно, все, что я хотел сказать, я думаю, понятно, почему я оформлял аквариумы дома и в офисе представителей власти России и Москвы. Там фотографировать нельзя, поэтому фотографий никаких нету. Но аквариумы очень всем понравились, и я доволен этим. 75 по 96 год, это 35 лет работы непосредственно в клубе. Из них с конца 90-х годов до 2007 года я был консультантом компании «Аквоэксклюзив», о которой у меня даже есть целый отдельный фильм. Вы можете его посмотреть. Какие аквариумы делали. Самый большой аквариум был 9,80, по-моему, длиной. Спасибо за внимание.